Время, к сожалению, очень быстро бежит. У нас сегодня, наверное, это уже седьмая поездка на катамаране. Из тех, там, 18, седьмая, может быть, и больше. Катамаран сегодня присутствует наши друзья из Разделенецкого района, это 200 человек, людей, моих друзей, которые всегда с большим уважением относятся ко всем моим просьбам и всегда откликаются на мои предложения. Сегодня очередная поездка, это 200 человек, которые мои друзья будут отдыхать и будут сегодня получать удовольствие от прекрасного моря, которое сегодня, я уверен, подарит и хорошая погода в том числе. Я хочу сказать о том, что на сегодняшний день очень активно и проходят каникулы в принципе. Сегодня мы уже переводили, наверное, ту цифру, которая, наверное, когда-то была для нас каким-то таким верхом, это 2000 человек, 2000 детей. Сегодня мы уже имеем эту цифру, наверное, с Божьей помощью. И я очень благодарен сегодня родителям, я очень благодарен сегодня учителям, я сегодня очень благодарен своим помощникам, которые все очень активно принимают участие в этой программе, которая уже сегодня практически 7 лет. И мне хотелось бы сказать о том, что мы ожидаем цифру на уровне 3000 детей, которые в этом году посетят. Ну вот можно посчитать, что это, наверное, в этом году мы перевалим цифру за 20 тысяч, которые прошли каникулы. Всем хочу пожелать хорошего настроения, всем хочу пожелать сейчас хорошего катамарана и продолжения каникул.